Привет всем Востоке! Сегодня я снимаю видео-отзыв о косметике, которую я попробовала. Это японская марка, которая называется MT Metatron. У меня вот такие вот средства. Это лосьон, это эссенция-концентрат, это маски для лица и крем для лица. Это антивозрастной уход. Косметика MT Metatron в последние годы очень популярна в Японии. Все больше и больше эта марка набирает популярность. Очень часто вижу ее в журналах, во многих, по телевидению часто показывают. И эта косметика, она продается только в клиниках и только в салонах. Есть как профессиональные линейки, также вот такие вот линейки, которые можно использовать просто дома. Марка MT Metatron принадлежит к категории медицинской косметики. Это очень высоко ценится, так как это дает какую-то гарантию, действительно, что средства должны быть действенными. Медицинская косметика – это космецевтика, разработанная при участии врачей-дерматологов и имеющая в составе высокие действующие концентрации активных ингредиентов, способные проникнуть в более глубокие слои кожи. Я уже пользовалась этой косметикой, покажу вам два средства, которые я уже использовала, и они у меня закончились. Это крем под глаза, вот видите, абсолютно пустой тюбик, и вот такая вот баночка с кремом, тоже она вот практически закончилась. Когда я первый раз покупала вот эти вот два средства, мне пришлось в Токио пойти специально в салон красоты, завести карточку этого салона, заполнить полностью анкету и только после этого купить вот эти вот средства. После того, как я почитала описание этой косметики, у меня был такой имидж, что она очень будет, как бы так сказать, мощная и, возможно, будет раздражать кожу, потому что активные ингредиенты, я думала, может быть, мне не подойдет, но на самом деле, по крайней мере, вот на моей коже эта косметика оказывала очень мягкий эффект, хорошо мне подошла, то есть у меня не было никакого абсолютно ни раздражения, ни пощипывания, никаких абсолютно неприятных ощущений. Текстуры очень приятные, крем под глаза хорошо разглаживает морщины, увлажняет, питает кожу, и крем для лица, я его использовала в основном на ночь, но у него легкая текстура, он не жирный, быстро впитывается, приятно. Приятный очень, тоже мне понравился. Итак, покажу вам свои новые средства, которые я только недавно попробовала. Первый – это лосьон. Здесь входит 150 мл. Серебряно-серый цвет коробочка. И сам лосьон выглядит вот так вот. Высокоинтеллектуальная нейрокосметика. Предупреждает старение в любом возрасте. В принципе, вот с какого возраста можно пользоваться этой косметикой? Я смотрела видеоконсультацию на японском языке врача. И он говорил, что обычно примерно в 32 года начинают уже замечать возрастные изменения. Но на самом деле эти изменения происходят еще раньше, примерно, наверное, с 30 лет. И эта косметика, она подходит для всех типов кожи. Она подстраивается под кожу и действует именно на проблему. Внутри есть вот такой вот дозатор. Я обычно лосьон наносила руками. Можно использовать ватный диск, имеет жидкую консистенцию, не сильно кремовый, но в то же время в нем есть легкая скользкость, моментально очень здорово смягчает кожу. После очищения кожи, вот, к сожалению, от этой марки очищения кожи я еще не пробовала ни разу, но перед нанесением всех средств нужно обязательно хорошо очистить кожу. И он прекрасно смягчает, сразу снимает ощущение стянутости после умывания. Комфортный, приятный лосьон. Запах в нем очень-очень легкий, практически еле уловимый. Вся косметика производства Японии. Здесь написано Япония, Токио. В описании лосьона написано, что это базовый лосьон. Увлажняет, смягчает и успокаивает кожу благодаря содержанию сбалансированного комплекса растительных экстрактов и гиалуроната натрия. Выравнивает тон кожи и осветляет кожу. Можно наносить также на кожу вокруг глаз. Следующее средство в таком вот синем флаконе. Это сыворотка с эффектом лифтинга. Здесь входит 30 мл. Пластиковый флакон, очень лаконичный, так как косметика профессиональная. Здесь особенно такого вот дизайна нету. Здесь входит помпа. На все лицо я обычно использую примерно 2 нажатия и распределяю по всей коже лица. Она имеет скользкую текстуру, но быстро впитывается и не оставляет никакой липкости. Успокаивает чувствительную кожу, дает эффект лифтинга более такой вот плотной кожи, повышает тонус кожи, а более, так сказать, уплотняет ее. Эта сыворотка тоже рассчитана на все абсолютно типы кожи, как антивозрастной уход. Наносит сразу после очищения, после тонизирования лица лосьоном. Обладает ярко выраженным антиоксидантным действием, способствует образованию новых молекул коллагена. В эти средства от марки MT Metatron входит более 80 активных ингредиентов. И действуют они на 3 уровнях. Это эпидермис, дерма и мышечная ткань. Я вам под видео обязательно оставлю ссылку на официальный сайт. Там можно будет более подробно посмотреть все
составу этих средств, читать более подробно о технологиях, о разработках. Последний этап домашнего ухода – это крем в серебряной баночке, входит 40 грамм. Это MT-крем для ревитализации с провитамином В5. Этот крем абсолютно для всех типов кожи, даже для чувствительной, для обезвоженной кожи. Также его можно использовать даже после агрессивных косметологических процедур. Я пробовала его использовать и утром, и вечером. Сейчас я им пользуюсь в основном только на ночь, но в принципе он впитывается хорошо, и косметика на него ложится тоже хорошо. Снимает реактивность кожи, эффективно снимает воспаление и защищает кожу от агрессивного воздействия факторов внешней среды. Очень много входит ингредиентов, я вам даже их все перечислять не буду. Здесь и провитамин В5, и жужуба, и коллаген гидролизованный, и лактобактерии, витамин И, и масло макадами, и, в общем, очень много ингредиентов. Я просто оставлю ссылку, если вам интересно, вы почитаете там полностью состав. Крем средней консистенции, я бы не сказала, что он очень жирный, но в то же время не сказала бы, что он прям вот совсем легкий, абсолютно не липкий, приятная очень текстура и очень интересный запах. Я долго думала, чем он пахнет. И вот по моим ощущениям, это аромат грейпфрута и, наверное, личи. Грейпфрут и какой-то сладенький фрукт мне напоминает. Вся вот эта вот косметика, она позиционируется так, что вы делаете комплексный уход в клинике, то есть несколько процедур профессионального ухода с косметикой MT-Метатрон. И вот такого рода средства, как я вам показываю сейчас, используете для поддержания вот этого вот салонного эффекта. По японскому телевидению, вот в интернете очень много пишут про эту фирму, и хорошие они отзывы. Смотрела отзывы из клиники, и многие клиенты говорили, что намного лучше стала на кожу ложиться косметика, что кожа стала более гладкой. В целом улучшилось состояние кожи. Вот этот вот крем, который я использовала, мне тоже он очень понравился. Здесь лифтинг-эффект в нем заявлен. Этот крем заявлен, что его можно использовать вот после агрессивных всяких салонных процедур. Я думаю, что вот действительно, что при вот таком вот богатом составе, я бы сказала, что средства очень мягкие. И мне кажется, что вот процент какой-то невосприимчивости к этим средствам или, возможно, какой-то аллергии, наверное, он очень маленький. Пока я им пользовалась, кожа была в прекрасном состоянии, и мне вот он очень понравился. Поэтому я с удовольствием буду пользоваться вот этим вот новым кремом. И последнее, что я вам покажу, пробовала первый раз. Очень мне тоже понравились маски активатор молодости. Всего представлено два вида масок. Это вот единственная, которую я пробовала. 6 вот таких вот пакетиков. 3 сделала, осталось еще 3 штучки. Маска обладает выраженным антиоксидантным и тонизирующим действием. Это маска с лифтинг-эффектом. Здесь входят вот такие вот пакетики. Сзади здесь описание, как ей пользоваться. Ее нужно клеить на хорошо очищенное лицо. Сначала приклеивать верхнюю часть. И потом, когда вы расправляете нижнюю часть, здесь она вот так вот немножко натягивается, соответственно, еще больше вот такой лифтинг-эффект. Примерно эта маска идет до сих пор до середины шеи. То есть здесь вот тоже будет увлажнение и питание. Хорошо пропитанная, она очень интересная на ощупь. Это шелковистая и скользкая. Очень приятное ощущение, когда ее только наносите, нужно немножко ее прижать как бы к лицу. Для зимнего периода, конечно, вообще замечательно. Я думаю, такие вот маски, особенно если на холодном климате, кожа, конечно, становится очень тусклой, пересушенной от отопления, поэтому маска, конечно, они очень помогают, очень понравились, они действительно дают и лифтинг-эффект, и улучшают состояние кожи, сглаживают и поры, и цвет лица делают более ровным, более красивым, и тоже обладает успокаивающим действием. Рекомендуют именно как лифтинг при потере четкости контура лица. Говорят, что вот эта вот маска, она омолаживает за 10 минут на 5 лет. Держать эту маску нужно примерно 10-15 минут. После этого снять и распределить вот такими вот вбивающими движениями всю вот эту оставшуюся эссенцию. В целом хочу сказать, что косметика произвела очень приятные впечатления. Приятно ей пользоваться, она очень мягкая, нежная, потому что подойдет действительно для чувствительной кожи, либо совмещаю ее с серьезными процедурами уже в салонах, в клиниках красоты. В Японии она продается уже, по-моему, больше, чем в 2000 салонах красоты, в клиниках, очень распространенная. В Москве я тоже ее видела в салоне красоты. Я вам под видео оставлю ссылку на адреса этих салонов. Если вас интересует косметика, то нужно искать именно вот в салонах-партнерах. Переходите по ссылке и посмотрите, есть ли эта косметика у вас, где вы живете, в вашем городе. Надеюсь, вам был интересен этот обзор. Я с вами на этом прощаюсь. Всем до свидания, Истоки.